Всем привет, мои друзья! С вами Владимир. Сегодня я хочу вам показать такое видео. Ремонт смесителя. Все вы сталкиваетесь с такой ситуацией. Рано или поздно краны начинают подкапывать. Вот так, капелька за капелькой. Ну, напрягает. Что нужно сделать? Можно купить новый кран. А можно отремонтировать. Сейчас я вам покажу, как это делается. Ремонт кран-буксы. Все очень просто. Буквально несколько минут. И мы устраним эту течь. Вот, друзья мои, перекрыл я воду. Достал я кран-буксу. И сейчас я вам покажу, в чем здесь проблема. Как ее отремонтировать очень быстро. Посмотрите сейчас. Почему появляется течь воды? Все очень просто. При эксплуатации, значит, появляется люфт. Вот здесь вот стоит шайбочка. Шайбочка с резиночки, с пластмассы. Она изнашивается, получается люфт, и вода начинает протекать. Все делается просто. Вот я снял, вытащил вот эту силиконовую заглушку. И вот из другой, благо у меня их несколько этих букс, я вырезал вот такое колечко, миллиметра полтора, наверное, где-то. И вот я его сейчас сюда вот положу и закрою. И течь воды прекратится. Можно, конечно, купить новый, но их трудно подобрать, они все разные. Ну и сколько их можно покупать? Вот сейчас мы решим проблему. Сейчас соберу, покажу вам. Вот я поставил колечко. Сейчас закреплю вот этой силиконовой прокладочкой. И закрепим. И посмотрим, будет течь воды или не будет. Вот она у меня в сборе. Так вот все выглядит. Сейчас мы ее поставим на место и проверим. Ну, друзья мои, собрал я. Видите, нет никакой водички. Никаких капель. Вот так. Быстренько, буквально 10 минут, и проблема решена с подтеканием воды. Ну, спасибо, друзья мои, что посмотрели. Думаю, это будет полезно. Нечего бегать по магазинам, искать их, менять. Все это ненадолго. А это вот такое решение проблемы. Прослужит. И всем пока. Всем мира и добра. С вами был Владимир. Пока-пока.